Художники из Одинцовского городского округа вошли в число победителей международной выставки конкурса стендового моделизма «Рубиновая сфера», прошедшей на площадке Московского выставочного центра «Сокольники» и собравшей более 400 работ мастеров со всей России, а также других стран. По результатам конкурса серебряную награду за танк 3476 в масштабе 1 к 100 получил воспитанник Одинцовской гимназии номер 11 Артем Затонский. Золото удостоился одинцовец Егор Кошелев за фигуру «Сержант космического десанта». Редактор